Смотрите, колбаса у Женьки какая. Вот это там жировок. Да, Жень? А у меня он какой бутерброд. Все. Женька меня кормит все по это. По-холостяцки. Обычно холостяки так едят на мешочках, на газетках всяких. Без тарелок, да? Угу. На говне каком-нибудь. А с той стороны нету. Какой жжок. Колбаса какая странная. Подозрительная колбаса. Да, Жень? Дай. Угу. Подозрительная колбаса. Чё ты меня пришла снимать? Покушала. Чё? Покушала, говорю, чё? Все, можешь убирать. Иду. Ты тоже будешь идти так же, да? Нет. Ты же наелся? Я как пушинка. Ну, нифига себе, вот тут ты что-то. Где мои тапки-то? Что, второй раз, что ли, пойдешь? Иди-ка. Ну? Вот. Давай, как пушинка. Ну, сейчас тапки слетят. Давай. Не хочу. Сейчас я тебе там поверху тоже пойду. А, ты не услышишь, что ли? Ты не услышишь, как я буду идти, так, да? Иди. Все, давай я. Лежу. Опять на ломаке своем. Ой, не представляете, это такой класс, это такой кайф. Меньше 5 минут и надуло. Даже с нуля, если. Меньше 5 минут надувает сон воздухом, и все. Маленький, если ветерок хотя бы есть, или даже если нет ветерка. Прям классно, быстро надувается очень. Как попка там чья-то. Прям вещь отличная просто. Честно говоря, даже не пожалела о том, что потратила на него деньги. Хотя очень-очень долго думала, стоит или не стоит брать его. Все-таки там, по-моему, было 2500 на классная вещь. И надувается, кстати, очень быстро. Ролька полно очень насмотрелась, что у людей не получается. У меня быстро получилось. Кайф. Ветерочек. И классно. Класс. Головастики, смотрите. А, это маленькие. Сейчас, подождите. Вот тут. А, нет, или вот здесь вот маленькие. Два маленьких. Представляете, сколько будет потом лягушек? Здесь вракария. Вон они все. Я не пойму, куда они же они все подевались. Если бы у меня была экшн-камера, сейчас бы можно было ее футлярчик одеть. И вот еще, кстати. И прям туда воду опустить и заснять. Тут вообще прям вода чистая, прозрачная. Чуть-чуть там вот мох остался. Но они весь мох съели. Видимо, чистят. Красиво как. Короче, мы собрались, я в кофточке, уже в джинсах. Идем мы снова на речку купаться. Женька, если будешь себя плохо вести, я тебя крапивой выпарю. Понятно? 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 Ну, что не это, глухой-то, не слышишь? Тут еще елочка вот. А там вишня. Чтобы на тапку положил, чтобы стол не шатался. А что, я что ли стол клала, я не пойму. Это ты клал? У тебя он вечно шатается. А не у меня. Здесь лилии белые. Клевер. Видите, уже он вытеснил весь газон. И газона уже почти нету. Вон, видите, его нет почти. Газончика. Один клевер остался. Поэтому, кстати, на эту тему у меня есть даже отдельный ролик. Почему его надо убирать? А потому что газон не остается. А клевер это не газон. Это уже нечто другое. Кто мне там писал? Газон, газон, не газон. Красиво отсюда смотрится. Птички поют.
Ты там скоро? Коза. О, а что ты до этого ты чем занимался, непонятно. А тут статуя, статуя. Тут, кстати, эта статуя, когда на нее вот отсюда падает свет, то с той стороны тень получается крокодил. Помнишь? Я еще не могла сфоткать ее долго. Идем мы на пляж. Рассуждаем. Завтра поедем в город заниматься. Чем, Женька? Шопингом. Шопингом. Шопинг. Шопинг продолжается. А тут он ветер поднимается. Немножко. Сейчас как раз искупаюсь, и меня прям обдует. Ну что-то темных тучей нет, конечно. Все равно жарко. Там главное всего закрыть. Да, хорошо, что я напомнил тебе окно закрыть. Там красиво как. Елочка. Тут где-то шишки, кстати, лежат, я видела. А, вон они. Классные шишки. Тут красиво вот тут. Имеет домик хорошо какой-нибудь вот такой. Двухэтажный, кирпичный, да? Uh-huh. И пляжик рядышком. У них как красиво там. Емушка плакучая у них. Если я смотрю, там человек. Похож. А здесь пчел? Да, это пчел даже. Медведи. Медведя? Но он сбежал, я думаю, уже отсюда. Мы ходили в зоопарк, и медведь что-то пятку пощекотал. Он там спал. Да ну, наш зоопарк это вообще что-то с чем-то. А этот, а лев, помнишь, мы с Илюхой еще ходили? Ходили, да. Издалека его еще было слыхать. Помнишь? Рычал. Потом лишь подошли, а звук такой громкий-громкий, помнишь? Да, да, да. Лев прям ух, рычит. Конечно, поэтому там и в мире животных показывают и говорят то, что слышно, как лев, когда рычит, слышно на расстоянии там несколько километров. Он там собачка, смотри какая. У нее прическа у собаки. Это не Федор Иванович был? Или Петрович, как уж его там? Нет? Федор, наверное, так далеко от Рахари не уползет. Да? Туда. Он рядом крутится, чтобы еще подхарчить сюда можно. Да мне кажется, головастики сейчас активны. Они, мне кажется, уплыть могут. Федор Петрович. А если наступить? Ну уже. Он тоже не цапнет? Не знаю. Не знаешь? Мне вчера вынес. На, говорит, подержи, ужа, я пошел, мне некогда. Ну, ты же лапы играл. Так он убежит же, как я с ним буду играть? Федя. Пальчик ему, что ли, в ротик дам? Федя, Федя, пальчик, пальчик, смотри, у меня цап его и все. Так, что ли, как с ним поиграть-то? Ну, поймай мне, может, я поиграю, в ведро его посадить, да? Ну, в руках подержать. Приятный, по холодненький. Да, может быть, тогда ты в ракары с ужами сядешь. Раз тебе так приятно сидеть, они по тебе там ползали бы. Да, тут вообще горка, ай-яй-яй. Тут только скатываться. Че ты? Не, подтолкнуть ее решил? Женя! Дурак. На попе. Ну иду, иду я. Смотрите, какие лапы. Чьи это лапы? Это, наверное, динозавр прошел. Финочка. Короче, хочу найти ужа. Федор Петрович мне вчера так понравился. Хочу еще ужа. Тут уже обрывчик такой. Там классно как смотреть. Да, тут все заросшее. Песочек. Главное, интересно, песочек. Откуда он тут может взяться.
Какие-то, кстати, растения здесь интересные. Женька там стоит. Какое-то растение. Красивое. Ой, мама, лягушка. Господи. Там лягушка, представляете, она. Блин, она так прыгает. Высоко. Я думала, это ящерица прыгающая. Господи, напугаешься до смерти. Так взяла, как выпрыгнула из кустов. Там вот тоже, смотрите, обрывик. Ну да, и там просто вот оно, все заросшее. Вон в таком полете она. Так красиво. Надо было мне взять этот. Тут смотрите, какая травка классная. Здесь тоже клевая. Сфоткала. Ой, блин. Чуть не спотыкнулась. Ай! Наступила на что-то. Всю неделю вот так босиком хожу. У меня сейчас соприкосновение с землей. Прям, наверное, вообще. Вернее, это энергетику земли напиталась за эту неделю через ноги. И теперь могу всю эту энергетику вам передать. Там матрас какой-то грязный валяется. Вот это дерево, Женька сюда залазил. На это дерево. О, батарея садится опять. Хорошо, я взяла другую батарейку. Хорошо, мне их две. Сейчас это сядь, другую одену. Ставлю, вернее. Тут песочек прям хороший. Как будто возили. А тут бережочек есть. Красиво, смотрите. Кинель. Красота. Нафоткаю сейчас. Красота. Смотрите, лопух какой красивый. Главное, чистый какой, смотрите. Хотя мне кажется, что это не лопух совсем. Такой, смотрите. Прям белоснежный. Как его. Чистый-чистый. И там, короче, еще дальше идет и заканчивается. Какая-то гора там. Короче, пойдем с вами назад теперь. Вот так это выглядит зад. У меня уже какая-то муха начинает ловить здесь. Назад, конечно, я быстрее дойду, чем сюда шла. Там, наверное, еще Женька уже волнуется. Опа! Вон он смотрит. Не видно меня. Слушайте, а тут много таких цветочков, растений странных.